שלום, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. Так начинается глава Шофтим, которую мы будем читать в ближайший шаббат. Судьи и надсмотрики, смотрики, да, поставь себе во всех вратах твои. То есть есть мицва, когда у еврейского народа должна быть судебная система, что ж нужно, чтобы были судьи, чтобы были надсмотрщики, да, то есть есть судебная система, а есть та система, которая реализует то, что судьи говорят. Это шофтим, шофет, судья, и шотер. Шотер – это сегодня как полицейский, да, шотер сегодня там, милиция, полиция, да шотер. Так Тора приходит и говорит, вот надо, чтобы у вас это было. Ну, конечно, надо, это у всех народов тоже надо. Но когда мы учим Тору, конечно, кроме того, то, что есть, конечно, пшат, простое объяснение, есть объяснение, то, что называется ремез, ремазим, какие-то намеки, да, которые есть здесь. И здесь Баалей ха-Мусар обращают внимание и задают вопрос. Зачем написано «Шофтим у шотрим титен леха»? Зачем здесь написано «Судьи и надсмотрщики поставь себе»? Слушайте, поставь. Ну, понятно. Зачем слово «себе»? Поставь себе. Если было бы просто написано «судьи и надсмотрщики, поставь во всех вратах твоих». Это понятно, что мы, еврейский народ, должны это делать. Зачем это слово «себе»? Есть многие тоже обращают внимание, что кроме того, во всех вратах тоже написано «бехоль шаареха» – «во всех вратах твоих». Во всех вратах. Ну, понятно, что если врата, это мои врата. Так здесь, если, скажем, два слова по поводу этого. Смотрите. Как я сказал, есть в Торе тоже ремазим. То есть есть намеки. Шофтим вешутрим титен леха. Имеется в виду каждый человек лично. Лично. Есть, конечно, общественная, государственная ответственность, да, что была судебная система, что была та судебная система, которая полиция, которая может реализовать, да, и заставить того, то, что судьи решили, да, но есть что-то личное. Каждый человек, он самому себе должен быть судьей и полицейским. Шофтим вешотрим. Судья – это тот, который по закону, у него есть знание закона, он логично, он приводит какую-то, в общем, ситуацию и говорит, вот по закону и логически и так далее, должно быть так. Это судья. А потом шотер, он реализует. В нашей жизни у нас тоже очень часто есть борьба. Например, есть борьба, ты хочешь встать рано утром. Хочешь встать рано утром. И ты как судья, слушай, надо мне завтра рано утром встать, потому что у меня столько дел. Мне надо это успеть, нам надо то успеть. Завтра, может, я хочу встать там на молитву, и я хочу потом пойти на урок, а потом у меня работа и так далее. Я завтра встаю рано утром. Это очень надо. Это судья. Это судья. Потом, но это надо реализовать. Я так решил. Я так принял решение. Но это надо реализовать. А реализовать это уже должны кто?
надсмотрщики, это должны быть полицейские. А кто это полицейские? Это я моим деянием реализую то, что я принял вчера, когда я логически это принял. Это то, что поставь себе судей, то есть ни в коем случае не должно быть путаница между судьями и те, которые реализуют полицейскими. Да? Поскольку ты уже судья решил, так тот полицейский, он не может идти против того решения суда. Суд так принял. Так поэтому завтра утром, когда ты будешь просыпаться, и тебе будет тяжело, а судья же принял это решение, ты обязан перебороть себя. Ты обязан, в общем, выполнить все, то, что сказал тебе вчера судья. И очень часто нельзя нам с вами, да, превращаться в судью, когда ты уже спишь. Давай заново подумаем. Заново подумают, когда тебе хочется спать, когда тебе неохота вставать. И тогда ты говоришь, давай я сейчас опять буду судьей. Нет. Должны быть судья не в то время, когда дают взятки. А какие взятки? Поспать еще чуть-чуть и так далее. Это у нас другой закон, потом написано в Торе, что судьям нельзя давать взятки. Поэтому надо решить, когда у тебя голова чистая, когда у тебя ты независимый от ничего, что я буду делать завтра. Это то, что очень важно. Поэтому в Торе у нас написано «судей». И полицию вот эту поставь себе в прежнего все. Потом мы сказали, написано во всех твоих вратах, воротах твоих. Воротах достаточно было, значит, что твоих воротах. Понятно, это мои ворота. А что я буду в чужие ворота ставить? Да, это понятно, что в чужие там государства, у них свои там судьи. Понятно, что это мои ворота. Опять-таки есть ремез, есть намек. Какой намек? Что у наших ворот внутри у себя. У нас есть врата, которые в нашей душе – это наши глаза. Наши глаза – это ворота. Они влияют на нас. Не все нам надо смотреть, поставь туда судей. То есть, судья, это тебе можно смотреть или нельзя? И надсмотрщика заставить тебя, если не надо, закройте твои уши. Закрой твои глаза и не смотри, ни в коем случае не смотри. То же самое ворота – это наши уши. Уши – это тоже, а что можно мне слышать, а что нельзя слышать и так далее. То же самое у тебя, твой рот – это тоже ворота, что говорить, что кушать и так далее. Все эти во всех в этих вратах поставь себе судей и надсмотрщиков. Я сегодня хочу с вами чуть-чуть посмотрим, обсудить, что человек, он в принципе не бывает такого человека безгрешного. Уже царь Соломон сказал нам фразу великую, что нет человека в этом мире, который сделает только добро и без грехов. Нет такого. Да. Мы, вот видите, должны быть судьи, надсмотрщики и так далее, должны себя, в общем, беречь от грехов. Все это нормально. Но так Всевышний нас создал. То есть у нас желание, и когда мы думаем делать какое-то добро, но есть и желание тоже, в общем, неохота делать какие-то вещи, которые нам Всевышний говорит, или говорит нам на разум наш, что делать. Существует вот эта великая война, да, у нас, потому что наше тело, поскольку мы созданы из тела материального чего-то, и это тело требует своего и тянет нас вниз. А есть духовные вещи, которые говорит, надо тянуться наверх. И вот эта борьба, она постоянная. И очень интересно, очень интересно. Пасук у нас в Торе приходит и говорит, то, что у нас существуют вот эти два начала,
то, что называется ецератов и ецерара, да, то есть ецератов – это начало, которое мы хотим делать добро, а есть начало, которое, наоборот, нас подставляет и говорит, ну, давай лучше нет, это ецерара. Написано у нас в Торе – это творение Всевышнего. Если посмотреть, есть народы и религии, которые говорят, что ецерара – это, может быть, даже другие какие-то силы, которые борются с Богом. Да, и другие силы борются с Богом, они есть зло, и это зло, она там идет против Бога, конечно, Бог победит их и так далее. Но так они говорят, что вот этот ецерара, он дан для того, чтобы унизить человека, для того, чтобы вот и так далее. И в принципе, многие борются, многие религии борются с этим ецерара, с вот этим с дурным началом, с плохим началом, которое у нас существует. Они борются и пытаются его уничтожить, пытаются его зарезать, да, как есть такие религии, которые есть ецерара, например, у человека есть желание быть женщинами и так далее. А, ну, это же ецерара, это же дурное начало, он с девочками хочет смотреть туда, куда не надо, и так далее. Надо его убить, лучше не жениться, не смотреть и так далее. Да, это тоже такой подход, но это не еврейский подход. Еврейский подход – мы, ецерара и ецератов, да, мы служим Всевышнему именно с двумя этими началами. Это не просто так. У нас в Торе написано «Ве'агавта эт Адунай Элохеха бехоль левавха увехоль навшеха увехоль меодеха». И люби Господа своего бехоль левавха всем сердцем. И там, что же всем сердцем? И там написано «сердце» на иврите – это «лев». Лев – это сердце. Так если мы хотим сказать своим, твоим сердцем, люби Господа, должно было бы написано «бехоль либха» – всем сердцем твоим. Так должно быть на святом языке на иврите. «Бехоль либха». Но Тора нам пишет, Всевышний нам написал совсем иначе. Он написал «бехоль левавха». Левавха. И там как будто есть у нас два сердца. Там две буквы «бет». И люби Господа двумя левавха. Говорят мудрецы, почему здесь написано две буквы «бет»? Потому что наше сердце, в нем существует и заложено два начала. Одно начало доброе, ецератов, а другое начало плохое, злое, ецерара. Это все у нас заложено. Мы родились так, не бывает что-то по-другому. И вот Всевышний говорит, я хочу, чтобы ты служил мне двумя началами. И с ецератов, и с ецерара. И с плохим началом, и с добрым началом. То есть здесь нам ни в коем случае, здесь у нас написано, нельзя нам убивать ецерара. Потому что если мы убьем ецерара, и мы будем вообще без дурного начала, как мы можем будем служить Богу без дурного начала? А у нас это не получается. У нас это не по закону. Да? Потому что Бог нам говорит, я хочу, чтобы ты служил мне двумя началами. И ецератов, и ецерара. Да? Так это, во-первых, у нас тоже написано. Да? Что должны мы служить Всевышнему ецератов и ецерара. Второе то, что у нас написано, когда Всевышний сотворил мир, и как там написано, он каждый день, когда он сотворил, в первый день, второй день и так далее, всегда он говорит, вай, хорошо, как замечательно, все хорошо. А на последний день, в пятницу, когда он сотворил, да, и написано, ва-ва-яр, и Всевышний увидел, и Бог увидел все, что он сделал, «Вегине тов меод». И вот
Тов – это хорошо, меод – это очень хорошо, вау, это весьма прям хорошо, это все круто, да. И говорят нам мудрецы, что здесь тов меод, что здесь такое хорошее. Тов меод – это тов, это ецер атов. То есть Всевышний посмотрел, тогда человек уже был создан, так говорит, тов – хорошее – это ецер атов. А то, что написано «очень», это ецерара. Представляете? Так что значит «очень хорошо»? Это когда у нас ецератов и ецерара вместе, тогда это очень хорошо. Когда вот это существует, они работают вместе, Всевышний говорит, это очень хорошо. Всевышний не создал нас такими, что мы не можем согрешить. Он создал нас такими, что мы тянемся и вниз тоже. И здесь я хочу вам задать вопрос. Зачем? Почему Всевышний сотворил нас такими, что нас очень часто тянет не туда, куда нужно? Тянет для того, чтобы не выполнить то, что по-человечески надо. Да, но мы не хотим, да, правда, по-человечески, да, это то так, но нужно и так далее, да. Ну, это же быть, например, быть гордым. Быть гордым – это не по-человечески, это некрасиво. Зависть – это некрасиво, жадность – это некрасиво. Но все-таки тогда это тянет нас. Мы хотим, чтобы мы там нас больше уважали, да, там и так далее. Наша жадность, она такая… Мы не хотим там давать кому-то или что-то такое. Почему? Всевышний бы создал нас таким, которым мы такие всегда щедрые. У нас такая всегда нету никакого высокомерия. Это же было бы замечательно. И тогда у нас была бы любовь ко всем. Да, не было такой зависти. Мы бы радовались друг другу. Не было проблем никаких. Нет! Так Всевышний нас не создал. Это тов, но это не лётов меод, это лётов меод, это не очень хорошо. Очень, очень хорошо. Это когда у тебя есть ецерара. Почему? Почему, если Всевышний нам дал Тору, нам дал заповеди, дал нам инструкцию жизни, да, мы полностью доверяем Всевышнему, что Он творец этого мира, но все равно нам неохота, мы не хотим иногда слышать то, что Всевышний говорит. Хочется нам что-то другое. Нам говорят, слушай, в субботу сиди с семьей на трапезе, говори кидуш. Неохота, хочу телевизор посмотреть. Неохота, хочу по телефону там что-то поиграть. Хочу на море поехать загорать в субботу. У меня единственный день, который я могу там поехать, навести своих друзей, пойти туда погулять куда-то и так далее. Это тянет, а зачем так Бог это создал? А мы должны перебороть себя. Зачем эта вся война нужна? Что, Всевышний жалко было ему нас создать такими, что мы постоянно стремимся только к добру, стремимся только к хорошим качествам, стремимся делать, выполнять имя Всевышнего, только восславлять. И то, что Он говорит нам, потому что мы понимали, и у нас не было в этом никаких сомнений, это только добро и так далее. Зачем вот эта война? Зачем? Смотрите, как замечательно у ангелов. Ангелы. Есть у нас ангелы в небесах, малахим. Малахим, ангелы, у них нет этой войны. Они очень крутые, они выполняют полностью то, что Всевышний говорит, без никакой борьбы. Они никогда не оспаривают то, что Всевышний им говорит. Все нормально, да? И, извините меня, даже животные в нашем мире тоже ничего не оспаривают. Осел ведет так, как Всевышний захотел, чтобы он вел, собаки ведут, как Всевышний захотел, и так далее, и так далее. В общем, все замечательно. Только человека он создал таким, что у него есть, в общем, вот эта война. Его тянет вниз, да, его тянет не всегда наверх. Зачем? Всевышний хочет сделать нас счастливыми. Да, Всевышний нас создал для того, чтобы сделать нас счастливыми. А зачем? Он же не хочет, чтобы мы были несчастными.
Зачем он создал этот мир? Он создал этот мир, потому что он добрый и хочет, чтобы у нас было добро. Так если Всевышний, ты хочешь, чтобы у нас было добро, чтобы нам было все замечательно, чтобы у нас все было прекрасно, так дай нам в конце концов жить прекрасно без этих, вот этой войны, которая постоянно нас заставляет что-то делать. Зачем это все? Дай нам быть добрыми, хорошими, соблюдающими, правильными евреями, и тогда ты вознаградишь нас, и все будет замечательно, и все будет шикарно. Этот вопрос, который многие задают, да, и сегодня в двух словах, там, ну, сколько успеем, я попытаюсь с вами вместе, может быть, объяснить это. Смотрите, есть, конечно, существует такое понятие, что Всевышний дает вознаграждение. Дает вознаграждение. Барух Ашем, да. И у него нету границ. Он может дать нам вознаграждение по-любому. Да. Не то, что он там жадничает, или у него есть какие-то капризы. Вот я тебе дам вознаграждение только так, а если не так, я тебе его не дам и так далее. Но главное, то, что Всевышний заложил, это вот то, что мы начали говорить, да, это у человека и только у человека существует такое понятие бехира хупшит, свобода выбора. Да? Это не просто так Всевышний говорит нам, я делаю свидетелями небо и земля. Да? Жизнь и смерть я дал тебе. Благословение и проклятие. И выбери жизнь для того, чтобы ты жил, ты и твое потомство, говорит нам Всевышний. И выбери. Есть любая вещь в нашей жизни, да, мы можем выбрать. Выбор, то, что я могу выбирать. Я могу выбрать, что хочу. Но у ангелов не существует выбора. Ангелы, так же, как и животные, они называются животные. Так они называются хайот хакодыш, святые животные. Почему? Потому что так же, как и у животных, у них никакого свободы выбора нет. Нету возможности у животного, если он инстинкт, по инстинкту ему что-то надо, он не может перебороть себя и сказать, я давай воздержусь и этого не буду делать. У животных такого не бывает, что он сам себя переборол, свой инстинкт животный, который у него существует. Не бывает, потому что у него нет свободы выбора. Он не может выбрать так или так. У нас, у человека, единственное существо в мире, которое есть, которое Всевышний сотворил, у нас есть свобода выбора. То есть у ангелов оно не существует, а у нас существует. С этим мы похожи на Бога. Бог нас создал по образу и подобию своему. Это именно в этом свобода выбора каждого из нас. И когда мы говорим свобода выбора, когда дается выбор, тогда это нелегко, поскольку у нас ецератов и ецерара. У каждого свой план. Так Всевышний создал нас. В нашем левавха, как мы сказали, в нашем сердце заложено ецератов и ецерара. Вейне тов меод ецерато и ецерара. Это заложено у нас.
Что такое Ецара Тов и Ецара Ра, который у нас, внутри нас заложено? Опять-таки, это духовные существа, да, это не то, что что-то материальное, что-то духовное, и оба они воюют, и у них есть огромные силы. Ецара Тов, его постоянное стремление делать правильное, делать доброе, делать кошерное, делать святое. Это по-настоящему то, что он хочет, то, что он стремится. Это Ецара Тов, который находится у нас. Но у нас внутри находится еще один я. Но это не я настоящий, это фальшивый я. Это называется Ецара Ра. Говорит, ну зачем тебе это надо? Ну зачем тебе это надо? Ты хочешь там кому-то помочь? Лучше помоги другим. Лучше вообще останься, отдохни лучше, чем там бегать за что-то. Ну тебе там это старомодное, это тебе нужно, это там кошерно. Лишь бы, чтобы вот ты покушал, это баранина, даже не свинина в конце концов. Ну поешь это. То Ецара Ра, он тоже умеет работать, и он шикарно работает. Он очень часто проявляется тебе даже как раввин. Что же как раввин? Имеется в виду, он тебе говорит, слушай, это ты прав в принципе, что это не совсем справедливо, но вот это вообще, ну в данной ситуации, я тебе говорю, это наоборот мицва такое делать, наоборот божественное такое делать. Понимаете, Ецар Ра, у него есть разные способы. Он очень мудрый, очень умный. Всевышний нам поставил его. И вот эта борьба постоянно существует. Постоянно существует. И мы задали вопрос, а зачем? Ответ очень простой. Я вам хочу прочитать то, что пишет Рамхаль. Рамхаль в своей книге «Даат Вунот» он пишет следующее. «Воумнам кешетие хатава атава шлейма». Зачем Всевышний нам сделал, что у нас вот это была борьба? Потому что Всевышний хочет делать нам добро. И вот это добро, чтобы оно было полноценное вознаграждение. То есть Всевышний может дать нам, создать нас как ангелами и дать нам вознаграждение. Живите, все нормально. И мир был бы вообще замечательный бы мир, без никаких проблем. Да? Не было бы. Все бы, эти зависти, убийства там, да, и так далее, воровство. Потому что у никого не было такого желания. Да? Каждый был счастлив тому, то, что есть, выполняет то, что Всевышний говорит. И все было бы замечательно. Но приходит Даат Вунот, Рамхаль, великий Рамхаль, и говорит, «Воумнам кидейши тия атава атава шлейма», чтобы полноценное вознаграждение Всевышний дал нам. Яда Ашем бехохмато анизгава, знает Всевышний великой своей мудростью. Всевышний знает. Шерауи шеюа мекаблимута, мекаблимута беегия капам. Говорит Всевышний, я же знаю, когда я даю человеку, потому что я ему даю. Или человек, он такое существо, что он гораздо счастлив, гораздо он рад, когда он получает из-за своего труда. Он трудился для того, что и поэтому ему дали. Не дали ему, потому что я получу, я дали мне без никакого труда, да? Ки азиеу хэм баале атов ау. Понимаете? Всевышний до такой степени, его доброта великая, он хочет, чтобы мы работали над собой. Мы перебороли себя, когда мы выполняем ту или иную хорошую вещь в человеческих качествах или в божественных делах в нашей Торе. Мы перебороли, мы работали. А, мы работали, на это ты получаешь. Знаете, есть такое, понимаете, нахама де кисуфа. Это нам, как сказать вам,
Нам тяжело смотреть в лицо тому, который нам дает. Почему ты даешь мне просто так? А когда я даю, я получаю зарплату, я заработал. Это гораздо выше. И это то, что Всевышний говорит. Мы хотим, Всевышний хочет. И мы хотим. Мы не хотим получать хлеб стыда, как написано. Кмоше мекабель цдака меахер. Когда человек получает цдаку, получает там какие-то пожертвования. Это неприятно. Он получает пожертвования. Вальзе омру ман да ахил де лав диле бият лейстак бахит лейстаку ле баапей. Если я кушаю вещь, которая не принадлежит мне, а чужую вещь, мне стыдно смотреть ему в глаза. Вы можете представить себе, да, мы придем в иной мир или в этот мир, и мы получаем, нам будет стыдно. Да? Это не просто так. Вообще в Талмуде у нас тоже написана такая фраза в трактате Баба Меция. Человек хочет, да, кавшело, одна мера, он хочет килограммчик, скажем так, на своем языке, килограммчик своего, чем 10 килограмм чужого. Это его. Это нормальный человек. Таким образом он... И также пишет тоже Рав Кук, тоже хочу вам прочитать. Да, Рав Кук в своих трудах в книге «Олатр и я», там он пишет очень важную вещь. «Ки коль маши ядома гаат ли ишталмута рауя, зеу шефа ашлемут». Понимаете, мы стараемся делать, чтобы быть больше усовершенствованными. Мы делаем больше, мы не просто сидим, и мы такие родились, такие хорошенькие, такие у нас все. Да? «Коль маши ядома гаат», все, что его рука, то есть имеется в виду его действия, «Лишталмута рауя за шефа ашлемут». Это шефа ашлемут, это полноценное. «Шиишпия ашгаха элоит литэлло коах ласот хайл шие беядот бияд туво». Потому что Всевышний дал тебе эти силы, этот талант, эти возможности, чтобы ты продвигался. Ты выбираешь продвигаться, ты перебираешь, выбрал победить вот это злое начало, которое пытается тянуть тебя к животным инстинктам, которые находятся у нас. Да, это Ецарара, они находятся. Но это хесед элюки, это божественное милосердие, что он нам дал это. Потому что только после того, как мы работаем, как Рамхаль сказал нам, да, над собой, мы получаем настоящее вознаграждение, которое нам не стыдно. Векиванши бехофеш пулатав. То есть у нас есть хофеш. У нас есть свобода. Наши вияхолет харицуто ло ишев бехимук ядаем. Мы не будем сидеть, сложа руки. Лисмох альма ше ахерим яасуло. Делать то, что другие делают. Вегам то есть ты не будешь сидеть и говорить, давай, другие для меня сделают. Или Бог для меня сделает. То, что ты можешь, ты обязан сам делать. Запрещено. Это и есть выбор. Это и есть работа. Нельзя нам сидеть и говорить, что это судьба у меня такая, я такой родился, у меня такие гены. Нет, это не по-еврейски. Работа для того, чтобы умизе юдрах лиш тукек лиш талем бетура. И тогда лиш талем, в общем, быть полноценным в Торе, бехухма, мудростью, хорошими деяниями, льет гамбеэмнегеммиегио. Потому что это называется ханаамиегио. Ты получаешь удовольствие. Ты наслаждаешься от этого труда.
Так Всевышний не хотел создать нас такими полноценными, давать нам вознаграждение, мы бы потеряли вот это наслаждение работать над собой и получали, и в общем, потеряли то вот это наслаждение, не получать вот этот хлеб стыда. Это то, что пишет Рав Кук. Конечно, это все непросто. Есть моменты, когда, казалось бы, мир, он не такой полноценный. В мире есть очень часто такое зло, такое это. Лучше, может быть, этого не существовало. Все-таки здесь Всевышний рискнул очень, когда он так решил, что необходимо, чтобы это было таким образом и так далее. Мы приходим и говорим: ничего подобного. У Всевышнего есть план. И мир идет к исправлению. В итоге, конечно, сейчас нам кажется, может, это тяжело. Может быть, это как мы достигнем того, то, что Всевышний хочет. Но мы дойдем. Ашем ухад ушмо эхад. Будет большой кидуш Ашем и в этом тоже. Знаете, это простой пример я хочу тоже дать. Да? Простой пример. Можете представить себе человек с семьей Оле Хадаш. Приехал в Эрец Исраэль. Приехал в Израиль Оле Хадаш. Ну, ему надо, понимаете, начинать свою жизнь, устроить детей, работа и так далее. Квартира, работа, все дела. И приходит у него богатый его родственник. Говорит: слушай, родной мой, мы же родственники. Я полностью обеспечу тебя. Тебе не надо искать работу. Тебе не надо там думать, там, платить всякие там счета. Тебе не надо там платить, там, где дети будут учиться. Они будут учиться в хороших школах. Я все это заплачу. И там заплачу тебе тоже там, твои там отпуска и отдыхи и так далее. Все, все, все. Хорошо. Так это вот приходит. Ну, какой родственник? И муж, жена говорит своему мужу, твоего, вот этого богатого, которого хочет, предлагает, говорит: нет, ты лучше найди ему и его жене работу. Пусть они встанут на ноги. Казалось бы, эта жена какая жадная. Вот жадная. Он хочет помочь, он хочет сделать добро, он хочет сделать такое прямо безвозмездное такое. Она ему говорит: нет, лучше найди им работу, чтобы работали тяжело. Кто прав в этом? Да, конечно же, на первый взгляд кажется: молодец, какой молодец этот муж, хочет дать им. Но мы говорим: нет, ни в коем случае. Потому что когда он найдет работу, когда он будет зарабатывать сам, да, для него это будет гораздо больше наслаждения. Для него это не будет хлеб стыда, который ему просто кто-то дает. Это то, что приходит и в нашей жизни тоже. Мы работаем. «Ваахавта эт Адонай Элохеха бехол левавха» всем сердцем, двумя, лев и лев, да, что мы это делаем. «Ецера тов и ецера ра». «Вейне тов меод, ецера тов и ецера ра». Мы хотим сами работать. Всевышний говорит нам это, чтобы сами заработали это. И тогда мы получим полноценное вознаграждение. И на этом я хочу закончить еще один момент, что просвещение, имя Всевышнего будет не только добрым, хорошим началом, только когда все, знаете, выполняют мицвот, потому что они такие хорошие, они такие стремятся к духовному и так далее, без ецерара. А освящение имя Всевышнего будет тоже через ецерара. То есть все вместе. Ецерара, несмотря на то, что это ецерара, как будет освящение имя Всевышнего. О, тогда потом придет, в итоге будут, посчитают, да, как Мидраш нам говорит, то, что хвалит Всевышнего, ецератов, хорошее начало, но это понятно, что он хвалит Всевышнего. Но придет человечество до такой степени, что ецарара, он тоже придет и скажет:
вся моя работа была для просвещения имя Всевышнего. И тогда Кидуш Ашем, освящение имя Всевышнего, будет не только через добро, а даже великий злодей, злодейство Ецер ара, она тоже поймет, как они своими деяниями просвещали имя Всевышнего. Так что из-за этих двух причин, причина хлеба стыда и Кидуш Ашем, Всевышний дал нам, чтобы у нас был тоже Ецер атов, но не только Ецер атов, а Ецер ара тоже. Спасибо. Окей, спасибо. Вот и что, сурото вот. Тяжелое время. Сурото вот, шалом, шалом. Спасибо.